что, всем привет! Меня зовут Оля, я работаю поваром на Камчатке. Сегодня предлагаю вам приготовить вместе со мной стейки из мента в горчице и приготовим картошечку на костре. Мы сейчас находимся в бухте Большелагерной, это берег Тихого океана. Вот, что, Камчатка, Россия. Так, ну что, первая стадия подготовки у нас ментай уже прошел. Рыба разделана, почищена, очищена от всяких лишних элементов. Вот, что, в идеале, если свежая рыба, то ее филе достаточно упругое на ощупь. Вот, филе белое, так как белая рыба у нас. Что нужно сделать? Нужно порезать тушки достаточно широкими кусочками, где-то сантиметра 3. И чтобы было проще нарезать стейки, я обычно удаляю часть брюшка, срезаю, чтобы стейки были без лишних хвостиков. Вот, что нужно сделать? У нас сейчас есть три тушки ментая, которые я разделаю на достаточно крупные куски стейка. И дальше мы сделаем маринад на 10 минут, перед тем, как обжарить рыбу. То есть вот такой ширины кусочка достаточно, чтобы рыба хорошо прожарилась и промариновалась. Тоньше нет смысла, иначе будет при переворачивании все рассыпаться будет. Так, важный момент, который я хотела вам рассказать. Ментай относится к той породе рыб, которые в сыром виде лучше не употреблять. Ничего опасного нет, но для того, чтобы делать сашими, есть две другие рыбы, микижа и хариус, вот, которые являются хищниками, и из них можно делать сырую нарезку. Ментай, конечно, лучше или замораживать первично, или же из охлажденного все-таки с термической обработкой употреблять уже дальше в пищу. Вот. Так, ну что, тушки я порезала предварительно на стейке. Сейчас нужно добавить сюда перчик чили. На такое количество рыбы добавим один большой и один маленький. Так, что еще нужно добавить? Еще нам нужен лимон. Лимон я тоже режу в маринад вместе со шкуркой, какими-нибудь крупными кусочками. Чтобы потом можно было вместе с кусочками лимона и чили это все отправить на обжаривание. Так, но есть еще самый важный элемент, это дижонская горчица зерновая. Мы в ней маринуем рыбу минут на 10-15 и потом вместе же с этой горчицей будем ее обжаривать. После горчицы я добавляю в маринад немножко соевого соуса, мне нравится корейский вариант, который широко распространен в продаже на Камчатке, и растительное масло, чуть-чуть. Так, еще добавим черный перец, и этого будет достаточно. Так, ну что, все перемешиваем и оставляем на 10-15 минут пропитаться. Так, ну что, пока маринуется рыба, я предлагаю приготовить картофель на костре. Что нам нужно будет? Нам нужен молодой картофель вместе с кожурой. Я предварительно его уже помыла от лишнего песка. Сейчас картофель я буду разрезать максимально крупно, это только на половинке. Вот. И что? У нас уже готов котелок на костре, в котором кипит водичка. Туда мы загрузим сейчас картошку и вареную картошечку помажем белорусским маслицем.
нарубим туда зелени, и будет очень вкусно, вкусный гарнир вместе с нашим чудесным минтаем, который промаринуется уже в горчице, и мы обжарим. Рыба наша уже замариновалась. Сейчас нужно ее обжарить будет на сковороде. Добавляю чуть-чуть масла растительного, немного, потому что в нашем маринаде уже есть некоторое количество масла, поэтому там купаться рыбе в масле не нужно.